Всем доброго дня! Хочу представить грецкий орех. Вот он зеленый такой, да? Еще не созрел. Кстати, в пищевых ценностях все его знают, знают то, что он помогает там. В чем он, к примеру, сказать? Ну, при некоторых болезнях, да, помогает там переборки, все такое. Но мало кто из вас знает, что листья, к примеру, обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Вот такие вот используются при разных заболеваниях кожных, таких можно использовать вовсю. Сами орехи, особенно такие вот зеленые, да, с них варят отличное варенье из грецкого ореха, которое, кстати, содержит очень много витамина С. Кстати, это запомнить тоже. Делают также водные настои, ну или масляные настои, тоже для незаживающих язв, раны, все такое подобное, к примеру. Да, сейчас я тебе хотел бы вам еще сказать, там интересная такая вещь, что можно даже, когда сосуды сужаются сильно, да, или наоборот, чересчур не такие совсем эластичные, то настой листьев можно применять. То есть при повышенной ломкости сосудов, но кровотечивости можно добавить, что еще, я помню. Кстати, свертываясь крови тоже сильно увеличивается. То есть это надо знать тем, у кого и так густая кровь, да, стараться избегать вот этого. Так, закрепляющее действие оказывает тоже. Укрепляющее. Для чего еще можно использовать его? Кстати, из-за содержания жирных кислот. Это отличные орехи, годятся, ну, когда в пищу их потребляешь. При гепатите, я-то помню, что при лечении вообще, при многих лечениях печени, да, вот в заболеваниях печени, очень полезно, да, из-за того, что там содержится много жирных масел и также специального белка. Что еще содержится? Ну, семенные ядра, кстати, они еще дают такое, скажем, нежное такое слабительное свойство, то есть нужно где-то на ночь где-то 5-6 орехов, лучше 10 съесть, чтоб наверняка. Вот такое вот оно интересное растение. Что еще вспомнил? А, вспомнил еще одну интересную вещь, да. У меня раньше угри тоже были по молодости, когда я сюда в Германию приехал, потому что там в Казахстане у нас грецкий орех само, разумеется, не рос. Я вот благодаря вот этим вот настоям листьев просто брал их, да, вот так вот, совсем-совсем в кашицу, либо на камне, потом у меня позже ступ появлялся, перетирал, и получившейся жидкостью просто смазал. Да, лицо выглядело немного зеленым, немного щипало, но я таким образом полностью избавился от угри. Кстати, для молодежи это будет очень полезно. Это был Нина Унсергей ТВ канал. Желаем всего хорошего, до скорых встреч.